Ночью 11:20 минут захотела слушать. Вышла в холодильник, открылась кухню, там ничего нету. Ладно, сейчас что-нибудь буду готовить, сказала, открыла ведро, где картошка пёл стоит, и видела, там чеснок уже, ого, сколько лет назад покупала. Не дай бог свекровка увидит этот чеснок, что я увал делаю, вообще будет ругать, потому что сейчас чеснок 1 килограмм полампуль стоит. Потом всё чеснок брала, где могар баста, и почистила по одному. Потом подумала, что можно сделать чеснок, чтобы из глаза исчезнул. Ага, идея пришел. Возьмила кетчуп, майонез и хлеб. Сейчас будем готовить хот-дог. Только не из сосиска, а из чеснока. Чеченский хот-дог готов. Зато один год не будете коронавирус. Девочки, это слез от счастья. Хорошо, половина чеснок покушала. Остальные что можно делать? Думала. Потом хотела сделать сухарики, которые с пивом вот можно кушать. Ну, у меня пива нету. Я вообще не пью. Вот жизнь не пила. Я поаккуратнее нарезала хлеб, а вот это по имени Мухаммад, любопытный Варвара, мне вообще мешал. Потом на руку ему отдал ножницу и вместе нарезали хлеб. Хлеб очень красивый, аккуратный, одинаковый нарезала. Таноганский зуб даете, вот у всех дома в духовку есть такую черную сковородку. Потом чуть-чуть рекламировали свою газную духовку, потом вот хлеб отправила в солярий или в сауну. Короче, сухарики уже готовы, уже пора сделать чесночники. Масло брала, наливала в сковородку. Потом пожарила чуть-чуть чеснок, потому что сегодняшняя моя большая проблема из из чеснока. Если вы будете пожарить чеснок, не думайте, почему чеченка есть пузырьки, у меня нету, потому что в сковородке был масло, которое оставших из яйца. А муж любит жареные и вареные яйца, поэтому два в одном сделала. Объясните мне один вещь, когда с друзьями в кафешке ходим, концовка нам дает официант счет, мы не будем считать, да, там есть наши салаты, мы покушали правильно, он нам или налево направо сделала. А вот эта бакалашка капля масла, будем до конца добиться. Начинала жарить хлеб. Пока я жарила хлеб, смотрите, вот эта любопытная Варвара что сделала. Брал лук из ведро и выкинула мусорка. Болам говорю, я любой вещи могу брать бартер, но лук не могу же брать бартер, говорю. Еще он сам себе похвалился. Брала чеснок, сделала чесночный хлеб. Думала, сейчас мне чеснок заканчивается. Но пельменчики не варени посчитала. А узбекский будет чуть-чуть рано хомсанагянский. Прикиньте, два зубчика чеснока весь хлеб хватало. Зато 1 литр масла заканчивался. Лучше было бы выкинули мусорку чеснок. Это видео вы видите, сейчас смеетесь, да? Говорить такой не я виноват, а виноват русский язык. Потому что русский язык богатый язык. До свидания.